такое действительно серьезное давление на оборону Зауралья. Еще один бросок, и счет в матче открыт. Меляков, как же он попал сейчас в дальнюю девятку. Шикарный бросок Кирилла Мелякова, самого результативного защитника «Химика». Вот о чем мы говорили, нельзя давать пространство. Дали Мелякову это пространство, и он тут же его использует. Коньки Голоднюку, но он все равно шайбу в зону доставил. Здесь Соколов должен успевать борт закрыть. Голоднюк! И 1-1! Какой же сейчас Голоднюк голище забросил! И какой же пас отдал Соколов! Да, там был рикошет, но я что отмечу, это была тяжелейшая позиция у Голоднюка. Понятно. Оно, казалось бы, для них. Вот момент. Пешеходов уходит 1-1. И Пешеходов забрасывает. Как же ему это было нужно? Один за Урали выходит вперед. Пешеходов все-таки сделал это. Как же он долго шел к этой шайбе. Может быть, где шайба? Шайба у Химика, и это опасно. Бросок, и сравнивает счет Химик за 1 минуту и 22 секунды до сирены. Все-таки они сделали это. И опять же, не сказать, что это несправедливо. Химик заслужил эту шайбу. 2-2. Шикарный бросок. И воскресенцам снова нужно шайбу в чужую зону заводить. Они это очень легко делают. Вот моментище. И Химик забрасывает. Талалуев. Блестящая комбинация. Губин, Кузнецов, Талалуев.